чу голоси вонящая дорога. Так, Александр Закиров. На разлуке подвой. При переносе в более благоприятные условия произрастания, как именно повлияло на возвращение культурности? Это очень серьезная тема. Что-то я ему ответил, он пишет. Записки из очарованного садовода. Ответ видел на вебинаре. Нет, я не случайный, все-таки человек. Да, конечно, раз такие вещи вас интересуют. Возвращение к культурности. О, это вы выше лего. Но этот момент упустил. Что именно на грани выживания, на границе сред, это моя формулировка, вот это вот, могут иногда проявиться улучшение качества. Вот у вас это получилось. А как предложение Латикова по сохранению свойств сорта переносом теперь этих червяков на культурные подвои и на каких подвоях реализуемо? Значит, на то, чтобы ответить на ваш вопрос, не хватит жизни ни у меня, ни у Латинкова. Да, значит, я достиг предела. Допустим, 100 грамм абрикосов. Так. Ну, и редкие переходы за 100 – это резкость. Вот. Латинков взялся мои, отдавая должность, там, выдающиеся все сорта, вот, сохранять переносом на культурные подвои. Что у него получится? Если в двух словах, если ветки мои, которые я ему послал, они были срезаны с культурных, те же королевские, там прочие эти самые, Серафимы и Бай, вот, но так как у них были подвои супермороздостойкие маньчжурцы, если качество этих морозостойкость перешло в эти ветки, которые ему выслал культурные, и он привет на культурные подвои, то он, может быть, даже не замерзнут. И он сохранит лучшее качество, потому что у меня что не новое поколение, все по-другому. Вот так в двух словах. Тема еще не изучена, это я отвечаю официально. Название ВГ – миф или реальность. Это получается, что у нас якобы химеры, но химеры долго не живут. Я уже много лет боялся, что сад и правда у меня погибнет. Но он погибать не хочет. Получается, это уже не химеры. Вот, и те ученые, которые презрительно говорили, а химеры. А химера что? Она не может долго жить. Она не может.